Наш мир полон загадок. Как узнать, что тяжелее, яблоко или кувшин воды? Почему весы могут показывать разный результат для одинаковых на вид предметов? Книга «Единицы измерения веса» погружает детей в захватывающий мир измерений. Она помогает узнать, как правильно читать весы и понимать различные единицы измерения. Разобраться, как и в каких единицах мы измеряем вес в повседневной жизни, учит уравновешивать предметы, используя две системы измерений – метрическую и имперскую. А в чем же измерить жидкость, спросите вы? А в этом нам поможет разобраться другая книга «Единицы измерения объема и емкость», в которой ребенок легко учится сравнивать емкости, заполнять их жидкостью и определять, как различные формы влияют на объем. В этих книгах много ярких, наглядных заданий и текстовых задач, которые развивают математическое мышление и делают процесс обучения веселым и интересным. Подарите вашему ребенку возможность освоить эти важные навыки.